Итак, дорогие друзья, на вечерний клёв мы с Михаилом переехали в новое место. Кто был в ходу? Да. Михаил обучается быстрым переездом. Уже практически научился. И сейчас начнем рыбалку. Привезли всю пойманную рыбу с того места сюда. Вечером у нас будет пир. Праздник живота. Пир, чир. Будем готовить этих двух сигов. Да. Сейчас вечерний клев. Попробуем что-нибудь поймать на вечер. Здесь двух окуней уже поймали. Когда приехали, измеряли глубину. 2,5 метра. Хорошая глубина. Щука попалась. Смотрю. Интересно. А щука, богорик есть? Щука попалась. А зачем тебе богорик? Думаю, что не надо. Думаю, что не надо. Опа, ребята! Смотрите, какая красавица! Блин, такие они у вас яркие. Да. А нет еще пассатиш-то. А так достану. Щуку впервые ловит. Ну Михаил. Да, с лунки впервые. С лунки впервые поймал щуку. Вот. Ну сколько здесь? Полторашка есть, нет? Ну да, полторашка. Вот первая щука вечерняя. Ну отлично. Отлично. Замораживай. Тут не приготовились еще. Ну-ка. Сюда и да надо быть. Ну, я думаю, что мозг у него где-то здесь. Вот. Отлично. Кто-то думает тоже. Опа, есть. Тоже щука? У меня тоже кто-то подсел. Вот это окуняра! Смотрите, он почти щуку. Нормально. Хороший парень. Попался. Бокополав. От Марара. Во! Вообще красавчик. Слушай, уже поперло. Ну да, отлично. Надо успевать, да. Пока вечерний клев. Мы тех половили, этих половили, теперь щука, окуней будем ловить. Опа! Ну, все. Ой, этот мелкий, отпустим. Лучочки нам не надо. Хороших будем брать. Ну что, поздравляю тебя. Отлично. Спасибо. Опа. Опа. А, это мой балансир. Твою блесну поймал. Да, да. Походу. Давай, доставай. Балансирь в другую сторону. Какой кумяра, блин. Ну это еще не самый крутой. Ну у нас рекорд там в Нижегородской области 3 с лишним килограмм, 3 200. Вообще горб. Ну это на каких там болотах в это хрен туда доедешь. Ну, это где там? На севере области. А так в речках 800 граммов я видел максимально. Тоже это тогда. Есть! Я же говорю. Щука. Щука? Щука. Отлично. Так, я вытащу. Не успел я вытащить. У нас в обоих она одна. Да? Чё, не отпускать лучше, да?
Да, да, да. Должен был сразу вытаскивать. Да я что-то не сообразил. Что такое-то, а? Не знаю, я зацепилась, что ли? Я отпустил. А видать, куда-то там поплыла и на что-то, видать, замотала. Ну, потому что она встала вообще у меня. Ну там, может, я попробую. У меня идет. У тебя идет? Дергается. А, нет, это мы ветку какую-то спанули. Бревно какое-то. Не вверх. Да что, вот оно встало. Вот. Это вот не поклевка, это вот эту ветку мы цепали. Ну у меня-то поклевка была. У меня ветка какая-то. Я вытащил сразу ветку. Ну-ка, вот смотри, я дергаю, у тебя дергается, да? Ну. Попробуй ты сейчас. Нет, ну рыба пошла, видать, и на ветку намотала. Ну, вот у меня сидит тут кто-то вроде. И там на ветку накрутил. У меня вот леска-то сильная. Ну да, я говорю, ищи пока. Нет. Тут лед длинный, да? Вот этот рукат не уместится? Нет, конечно. Нет, ты наматывай и рви. Не, ну не на голую руку же. Да я понял. Нет, я попробую-ка, вот я спустил. И чё? Это... Ну, у меня то же самое висит она на чём-то там. Нет, это тонкая леска, я это оторву. Расшатать её. Я чё-то не сообразил. У нас там внизу ветка какая-то. Если багром и рукой. У нас тут ветка. Да? Угу. 100%. Туда можно к этой. Тихо. Че? Ну вот тут вот стучится вот. Угу. Фонарик есть? Да. Вон с щукой. Смотри, какая. Да. Может как-нибудь это она. Спусти ее. Может зайдет. Может. Веток нету. Да? Ну давай сейчас. Это твоя леска зацепилась за щуку и ты просто оторвал. Вон она, блесна твоя. Ну, ты должен был раньше поднять это. Я еще слов не соображаю, я теперь буду знать. На шибках учится, давай доставать, ничего страшного. Просто смотри, что когда вот щука ловится у меня, это сразу убирай. Да. Я же обычно, когда вот это, сразу убирал же. Ну давай, сейчас мы ее это, сейчас она зайдет. Она сейчас должна вот как-то да, зайти, сгрануть, главное, и сюда нужно, чтобы она зашла. Щука хорошая. Может, приспустишь ее? И что, по новой притащить? Да. Попробовать загнать? Да. Да она, блин, неудобно намотана, видишь, намотала неудобно. Устала.
тоже. Да? Она устала уже. И не это, не туда. Да, сейчас я приспущу, вот приспустил. Теперь по новой затягиваю. Опа. Знаешь, боком, да. Тебе надо, чтобы она крутнулась. О, отлично, отлично. Все, вот сейчас приспускай. Повернулась, да? Ну давай, дружище. Боком стоит. За жабру, да. Это была не ветка, короче. Это ну это хорошо, что не ветка. Это радует. Надо, чтобы она как-то вот так вот свернула боком. Ты приспусти, может она прокрутится что-нибудь? Да нет, там, понимаешь, там вообще замотано. За жабру? Да не то, что за жабру, там за щеку та, и та тоже как-то по-разному замотана. Стараться, чтоб... Нет, дай со слабины. Пусть уйдет. Да она уж никуда не уйдет. Нет, я к тому, что поглубже бы ушла с глубины. Ох. Отойдет на глубину. Хотя это никакой разницы ничего не даст. Пришла. Вот она пришла. И так же, да? Так. Вот моя блесна. За мою зацепилась вон. А может, знаешь, какой есть еще вариант? Еще одной блесной попробовать вот так ее подвести и за край бахнуть, нет? Как ты на это смотришь? Вот так, чтобы ее бахнуть. Все, зашла. Зашла? Почти зашла. Сейчас я буду ждать, когда она дернется и войдет. Все, есть. Все, спасли. Все отлично. Ну, теперь я научен горьким опытом. Опа. Ну, небольшая щучка, но так проблем не ставила. Ой, блин, яркий цвет такой. Ну, и блесну не потеряли, и поводки не потеряли. Это мой косяк. Будем исправляться. Ох, красавица какая. Небольшая, но... Расцветки у вас, они прям яркие такие, блин. Да, это такие... зависит от местности, где она плавает. Да, да, да. Здесь такая вот местность. Ну, побольше, чем моя. Да, ну вытащили. Я тоже думаю, какая ветка может быть. Сидели вроде нормально. Мне ж поклевка клеванула. Вот, маровский бокоплав сработал и оторвался как раз в момент, когда я ее вытащил. А это что такое? Не понял. А, это оттуда резинка. Откуда? Ну, с этого. А, с левого. Ну. Вот. Хорошая щучка, но это уже около трешки. Может быть. О, друзья, кое-как там повезло.
Да. Мишаня теперь ученый. Я просто это был поражен. И смотрел с открытым ртом. Что происходит? Ну, зато я палатку научился быстро собирать и разбирать. Впервые в Якутии, поэтому ему простительно это все. Я тоже сам затормозил, надо было сказать, что вытащил сразу. Ну ничего. Идем за следующими. Да. Она сначала у меня долбилась. А потом схватила мою, да? Да-да-да. Я же тебе говорил, у меня два раза что-то бахнуло. Легонько. Ты же сказал, вот есть окуни, они бы у меня взяли, и раз у тебя поклевка. Так, ну все, время, походу, хищника вышло. Буду этот мышечницей заниматься. Поздравляю, Хаю, с утра, ёпта, пока я сплю, уже дубасит за все. Пока Слава спит, мы ловим. Да, ну что, щуку поймал, поздравляю щуку. Ой, щуку Михаил ни разу не ловил. Вчера ловил. А, ну да, вчера впервые поймал, сегодня еще второй раз. Надо на 5 с плюсом ловить. Я пока занят этим делом. Вот, можешь сказать доброе утро. Я убрал сигареты. Доброе утро. Так, Михаил ловит хищников, мы ловим сига. Сиг тоже хищник. Окунь. Небольшой окунь. Вот, небольшой. Все за бороду. Ну, поинтересовался, подошел и залетался, забагрился. Так, а у нас проблема с утра опять это. Проблема звонков. Да, у нас начался морозец. Меня поменяли дверь одну. Осталась последняя дверь, так сказать. Пользуясь случаем, хочется передать привет всем подписчикам.
всем, кто не знает, да? Да-да-да. А также жене. Алён, привет. Маме. Дальше продолжу. По мере... Кто-то подошел. У меня прямо это, всегда сначала кто-нибудь подбивает в лесну, потом клею. Да ты чё? Ага. Типа дает понять. Так, у меня тут никто не это, никто не клюет. Ну, будем балансиром, значит. Потом что думаю, что оно так высоко поднялось? Ветка-то эта. Ну, я думал, мы подняли. У нас часто вот такая фигня. Ветка. Ух ты, вот это акунья мра. Да. Хорошенькие тут окушочки. Прям зачет. Так, на сига тут готовится нашивку. Да, сразу на сига. Вот такой вот кушочек попался. Нет, не только на сига, это любая рыба клюет. Вот. Так, мы сейчас начнем приготовление завтрака. У нас два сишка. Так, два сишка будем двумя способами готовить, разными. Хочу приготовить. Чик-чик-чик. Нормально, я снял код. Лучик чуть не улетел. Слетел. Кунембры. Вот это щука. Это я его ловил когда-то, вот перед Новым годом приезжал сюда, такой же попался, да. Я его отпустил, и вот он. Ну, естественно, опустил. Если он рот откроет. Все, рыба стоит. Аккуратненько. Давай, друг, зови бабушку или дедушку. Чуть больше балансира. Вот ты так придумал. Хотя махом был сжарить. Да. Мне она махом жарится. Хороший окунь, наверное. Ух ты, вот это окунь. Во всю дымку, смотри-ка. Ох, какой горбач. Руки чуть хватает. Да, икренной. Блин, с
пассатижи какие-нибудь. Нет у нас тут рядом ничего. А, вот, а вот тут. Рядом нет. Есть, есть. Операцию. Ну, у вас такие не ловятся, да? Ну, можно поймать, но это редкость, очень редкость. Глубоко схватил. Окунь есть, ага. Пользуюсь случаем, передаю привет всем нашим клиентам от стальных бивней. Вот смотрите, какой укушок. Прямо лопата. Ну, видишь, уже на леща похож.